секундочку, а теперь давайте мы послушаем в данном случае все-таки реакцию нашей родной полиции. Вам-то они что говорят? Идите и заберите ребенка сами. Так, давайте послушаем. Вы пока не паникуйте. Ребенок никогда не бежит, все будет. А когда начинать паниковать? Нет, паниковать. Я не вижу ребенка с сентября, пока не паникуйте. Паниковать вообще не надо. Да, ситуация такая, что мы не можем прийти и сел забрать ребенка из сада, понимаете? Поймите, вы не думаете, что нам сложно поднять задницу и пойти с вами из сада? Мы просто не хотим, чтобы у нас потом... Потому что потом крайние будем мы на это право не имеем. Вы представляете, мы сейчас пойдем и будем вылезать за вас. Он потом на нас напишет прокуратуру. Это не наша компетенция. Я вам клянусь, мы не сможем прийти вместе с вами и там заниматься, за вас заступаться, как бандиты приходят там за кого-то помогать. Самый лучший вариант — это просто ребенка насильно забрать у него. Там ловить охрану какую-то и ребенка просто насильно забирать у него и уезжать. Нет, это... И не сообщать местонахождение, вам никто не сможет ничего сделать. Делайте ноги, если вы... Нет, на самом деле, понимаете, это... Саша жизнь будет мучить. Это ситуация тупиковая. Скажите, пожалуйста, а вот то, что мы показали, реакция полицейского. Скажите, пожалуйста, а вот этот совет, кому-то другие советы давали? Нет. Еще советуют иногда органы, чиновники, родите себе другого ребенка. Вы же видите, что он вам его не дает. Зачем? Оставьте. Оставьте. Меня зовут Светлана Спиваковская, я также мама. Спасибо. Которая не видит уже полтора года свою дочь. И вообще я фундаментально верю в мир, и мне очень не хочется воевать. И я все время призываю все это время своего бывшего мужа остановиться и подумать о ребенке. И я не ворую свою дочь именно потому, что я очень ее люблю и хочу мирно решить этот вопрос, а не прятаться потом всю жизнь дальше от своего мужа и не пускать к нему ребенка. Я хочу действительно, чтобы мой ребенок рос полноценным и видел и маму, и папу. Но я не имею такой возможности. Мой муж просто сам самоуправно вывез ребенка, прячет от меня. Знаете, я вообще в шоке от ситуации, которая сегодня происходит в нашем мире. Я понимаю, пап. Мужчины мои дорогие, ну что вы так против нас настроены? Мы же всего лишь женщины, мы слабые существа. А вы что против нас так настроены? Ни в коем случае, мы вас уважаем и ценим. Да что вы? Лично я. Я говорю за себя. Да? Я говорю за себя. Да. Кого вы уважаете? Мужчин. Кать. Меня так учили. Много? Катя. Много мужчин. Мужчин можно уважать. Да, я уважаю мужчин. Катя, погодите, сказать, что вы уважаете тех людей, которых мы сейчас видели? Я уважаю достойных мужчин. Да? Вот. Я уважаю, и мы уважаем достойных женщин, правильно? Да, правильно. Подождите, мужчины, дорогие мои. Я понимаю, у каждого есть своя профессия, у каждого есть свое дело, своя миссия в этой жизни. Мне бы очень сильно хотелось, так как мы все люди, живущие на этой земле, мы должны найти выход из этой тупиковой ситуации для того, чтобы наши дети жили в согласии с этим миром и со своими родителями. Давайте это сделаем. Как? Давайте искать. Подожди, стоп. Катя, как? Можно, Андрей. Давайте прежде всего слышать друг друга. Андрей, прежде слышим. Всего. Дайте, я всю передачу молчал, хотел бы сказать. Слышим ложь. По Конституции главным институтом государства является семья. Согласны? Семья – это один родитель и второй родитель. И, к сожалению, в российском законодательстве сегодня такая ситуация, когда родители расходятся, ребенок становится не ребенком, а вещью. И родители не могут между собой решить вопрос в законодательном русле. Соответственно, надо менять законодательство. Абсолютно таким способом, как вы говорите, решать проблему нельзя. Для этого необходимо, чтобы даже когда расходились с любовью и уважением друг к другу, женились же с уважением, правильно, с любовью, правильно, а потом любовь куда-то исчезает. Почему? Как вас деградирует зовут? Семья. Соответственно, необходимо говорить о том, что должна быть семья, семейный институт. И прежде всего ребенок должен быть защищенным. Помните знаменитый спор у царя Соломона, когда две матери оспаривали, кто из них настоящая мать? Помните, когда он говорит, вы не можете решить, тогда и давайте мы его разрубим пополам, и каждая возьмет по половинке. Одна сказала да, а другая сказала нет, не надо рубить, пусть он лучше достанется ей. Но останется жив. Ты и есть настоящая мать, тогда сказал отец Соломон. Вы знаете, на самом деле, я в этой студии очень часто обращаюсь к государству, к людям. А вот сегодня я не знаю, к кому обратиться. Что должно сделать государство, чтобы подонки не были уверены в своей безнаказанности?